Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с новой версией Пиксельмона 3.0. И, в принципе, я уже немножко достроил себе дом, как бы основу я его сделал уже, как бы вокруг, уже даже стены все сделал. Ну, не хватает еще, конечно, вот тут окна, черт, просто окон как-то слишком много, я не знаю, как, чем бы это можно исправить, чтобы не было так много окон. Так как бы все симметрично, так и везде, как бы, окна вот так стоят. Я не знаю, как я это исправлю, но я что-то придумаю. Посмотрим, что с этим можно сделать потом. В принципе, дом вот такой неплохой уже получается, такой огромный, как бы, вот первый этаж будет, да, и там второй этаж будет. Ну, огромный-огромный дом будет. Ну, в принципе, Чармиллион у нас уже 30 уровень, и, в принципе, уже полный инвентарь, уже полностью. Давайте сейчас... Кстати, спасибо, дорогие друзья, кто написал, для чего вообще нужны вот эти вещи, вот это, и как бы вот эти все штуки. И сейчас, дорогие друзья, секундочку, это все можно вот сюда. И сейчас, дорогие друзья, я решил, что наш электрический покемон будет Марип, то есть Флаффи, и третью эволюцию не помню, как называется, Амфо, что-то там, не помню. О, кстати, покемон босс, я думаю, что в принципе наш Черизат уже без проблем, хотя не знаю, как он в принципе должен убить покемона босса. Так, секундочку. А, ну в принципе еще один покебол, отлично. Твою мать. Сейчас мы выберемся отсюда. Вот так вот. А, у меня же дофига. Вот. Так. Ой. Сейчас тогда мы уже... Вот так вот. Отлично. А, нет, только не говорите, что покемон босс в земле, что это Гравеллер или тот же Джиодуд. Не имею желания рыться. Тогда сейчас... Ай, вот так вот. Так, секундочку. Давайте сейчас мы поищем Марипа, если получится, мы его найдем. Вот, кстати, ну да, в принципе, как его не найти, если их нереально много штук. Везде почти что. Ну, пока они там дерутся, да? Или они уже... Ну, в принципе, да. Словишься? Наш второй покемон. Если, конечно, получится его словить. Не говорите, что вот... Если я его чем-то ударю, он умрет 100%. Поэтому не знаю, получится ли его вообще словить. Ух ты, отлично. Дорогие друзья, наш второй покемон, Марип, привет. И сейчас, что нам нужно? Давайте мы быстренько сбегаем домой. Возьмем XP Share. И вот так вот, отлично. Сейчас куда можно пойти? Давайте сбегаем мы куда-то вот сюда. Слетаем. Точнее, телепортнемся, да? Так как тут, в принципе, всегда более-менее такие много покемонов. А вот в этих хреново сейчас попадешь. Они, в принципе, большие уровни, но так сделали, что они вот сейчас нереально просто быстро летают. Чё за звездочки? Ну, в принципе, мне кто-то говорил, что если звезды... А, это просто-напросто какой-то... Как это сказать?
невидимый там покебол, да, с которого выпадают там, ну, обычный покеб, ну, как бы необычный, ну, покебол, с которого выпадают вещи, как бы можно вы может выпасть что-то, ну, как бы, твою ж мать, шани покемон, у меня покеболов нету, а твою мать. В принципе, это как бы обычный покемон, да, это как бы обычный покебол, что можно идти на земле и что-то с него может выпасть, но как бы он какой-то невидимый. Shiny Spearow. Мало того, что я его хрен словлю, так как он летает как бешеный. Да ты чё? Да ты, твою ж мать, да ты чё издеваешься? Вот как этих покемонов на сложно стало ловить. Летающих. Да, давай в море, да, ещё? Идите в жопу. Ну. Ребята, я уже задолбался, честное слово. Тут минимум нужен какой-то летающий покемон, чтобы попасть, постараться хотя бы. Так как это просто нереально. Да иди ты в жопу. Я понимаю, что я не покемон, но в принципе у меня только один ультрабол. И шанс, что мы его словим, не очень таки большой. Поэтому, не знаю. Ну в принципе тут и хрен его словишь, твою мать. Вот они такие быстрые стали, что сдуреть можно. Так. Так, Марип у нас уже 12 уровень. Отлично. 22. Ну ладно, иди сюда. Сайтер. Сайтер, ух ты. А этот сайтер достаточно таки сильный. Так, баттерфри. Ни хрена себе. Победа. А, типа против одного покемона, против одного тренера. Ну, в принципе, уже отлично, наш Марип эволюционирует Флаффи, да? Ну, давай. Так. Да ну нафиг. Так, сразу 28 уровень? Или какой там написано? Так сразу за одного покемона тренера сразу вот такая эволюция. Нифига себе. Это офигенно. А ну кем ты сейчас будешь? Амфардос или как ты там забыл имя? А, это что-то залагало. Два раза телепортнулся. Два раза превратился в Флаффи. Я уже думал, что столько ты там уровней выиграл, что сейчас уже еще и в следующей эволюции свою превратишься. Да ты что, издеваешься? У тебя фиг чё... А, нет, убили. Отлично. Так, ребятки, давайте, наверное, мы все-таки поспим. Я знаю, что ночью какие-то спавнятся другие покемоны, но... Так. Ой.
Ночью не очень такие видно, да? Давайте все-таки, наверное, вот так поменяем, я так думаю. И, в принципе, давайте опять тыпяхнемся куда-то вот сюда. Так, ну, давайте какие-то там покемоны мне нужны. Какой уровень там? Ух ты, 45-й, да ну тебе. Это уже слишком большой. 23-й, вот. Нормально. Да ты ж... А вот так. Так, Farfetch'd. Давай. Отлично. Отлично. Ну давай. Ух ты, все. Три покемона было. Трех покемонов мы убили. Ух ты, это еще какой-то новый покемон, да, Зория или как он называется. Ну пока что не будем мы ловить покемонов, в принципе, у нас и нет покеболов, чтобы их словить. Поэтому пока что нам нужно прокачаться более-менее. Так, какие-то... Давайте покемоны с большим уровнем мне нужны. О! Если, конечно, не убьет нашего Чермиллиона. Да ты чё, ты даже не попадаешь или чё ты там? Да ну нафиг. Чё ты там на него юзаешь? Во капут. А-а-а, это не очень хорошо. Убьем. Убили. Отлично. Так. Еще один там покемон босс, но нам нужно вылечиться, поэтому давайте мы быстренько слетаем куда-то вот сюда. Главное не умереть сейчас. Ну, почти, да. Так. Ну... Нужно все-таки уже сделать хилку. Выделить там уже место, куда мы там поставим хилку. Поэтому давайте побежим быстренько вот дофиг его знает сюда куда-то. Так. Тут кто-то есть, нет? Начинай на себе, чё тут за... Так, вы какие тут уровни? Бички? Или кто вы там? Ух ты, 41-й. Убьём? Не ты. Давай Чермиллион. Ни хрена себе. Да ну нафиг. Зря я нарвался на этого быка. Нет, в принципе, эта Флаффи действительно такая очень сильная, я даже могу сказать. Несмотря на то, что она 25 уровень против одного Тауруса 41 уровня, в принципе, такой более-менее даже нормальный урон. Так, Флаффи у нас 25 уровень, если я не ошибаюсь, тогда еще 5 уровней, да, осталось до ее следующей эволюции. Тогда, в принципе, дорогие друзья, давайте на этом закончим. В принципе, серия будет коротенькая. И, ну, в принципе, в следующей серии мы сразу же продолжим вот тут и уже постараемся прокачать нашу Флаффи и ее следующей эволюции. И, в принципе, дорогие друзья, сейчас мы еще вот этого постараемся убить. Если, конечно... Да, я думаю, в принципе, наверное, убьем.
Так что, дорогие друзья, уже 4 уровня не хватает. Давайте еще, может, вот эту. Уже 3 уровня не хватает. Все, дорогие друзья, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.